Как известно, понять проблему – это уже наполовину ее решить. И если ваша проблема – это ненавистные бока, то сегодня я расскажу, как просто и быстро от них избавиться. А поможет мне в этом Женька. Он знает в этом толк. Женя, ну что, продолжаем худеть? Привет, да, мы продолжаем худеть. Как избавиться от боков? Покажи, пожалуйста, три простых упражнения. Итак, сейчас будет все очень интенсивно, все очень быстро. Мы с тобой будем много дышать и много прыгать. Смотри, в исходной позиции. Вставай рядом со мной. Угу. Ты делаешь движение в сторону правой ногой. И левую ногу убираешь далеко назад, а две руки опускаешь к полу. Отсюда делаешь движение левой ногой в сторону и опускаешься, касаешься двумя руками. Обязательное условие, чтобы телезрители сейчас увидели, у нас должен сохраняться естественный прогиб в пояснице во время движения. Спина может наклониться, но мы сохранить должны правильную осанку. Ни в коем случае не округлять спину. Давай попробуем. Ну чувствую, уже начали шорты спадать. Может, чувствуешь? Нет, еще раз. Валерий, мы с тобой опускаемся вниз на коврик. Встаем в планку. И теперь мы с тобой делаем движение коленом вовнутрь. Раз, два. И вот они, бока наши, работают. Да лучше бы они не приходили. Кто вас пустил? Каждое движение мы делаем на выдох. Окей, что дальше? Ноги вместе. Ты в детстве в классике играла? Угу. Движения помнишь? Угу. Они очень простые. Широкий шаг, прыжок в сторону и движение вовнутрь. Шаг в сторону, движение вовнутрь. Теперь мы добавляем на каждое движение ногами полную амплитуду движения в руках. То есть движение в сторону – это хлопок наверху, возвращение, опускаем руки вдоль тела. Полминуты. Как звездочка на спину. Ангел. Звездочка ты моя. Поехали. 3-4. Последние 10 секунд мы добавляем темп. А, я еще, уже... еще. Блин, чаще. Дай мне 5. Ты молодец. Если честно, я тоже очень сильно устал. Пока! Пока! I love you style, baby!